Всем привет, дорогие друзья! Это третий видос игры с Бальтазаром. И кто не видел прошлые видосы, посмотрите по ссылке в описании или вот здесь вот по подсказочке справа сверху. Не, вот здесь справа сверху. Пожелаю всем приятного просмотра. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал Бальтазара и на мой канал. Также не забывайте подписываться. Все, поехали. Приятного просмотра. Окей, ребятки, пойдет у нас третья катка сейчас. Не знаю, будет ли это вин, будет ли это луз, но посмотрим, что у нас сейчас будет. Душим. Смотрим, как у нас все будет происходить. Опять, наверное, будет ЦМ-ка. Ненавижу ЦМ-ки. Я сейчас себе героя буду брать тупо. Уф. Let's go. ЦМ-ка. Это будет ЦМ-ка, да. На этот раз Омника. Не Омника, баним. Так. Пан. Омник. Ластпики наши остаются. Можно что-то на ластпик заготовить. Я себе что-то на мид сейчас возьму. Вообще на джаггере бы сыграл. Ты молодец. Запись идет нормально. Севеню слот. Так, его забанить. Я мид иду. Все, погнали на центральную. На центральный коридор. Как мы можем не пойти на центральный коридор? Хорошо. Так, у них бан первый. Сейчас посмотрим, на ком пойдем. Хочется очень какого-нибудь жесткого. Можно вообще даже на имби на какой-нибудь сыграть. Типа, а чё, один раз они выиграли, но они выиграли по пику. Там по рукам, не знаю, очень... Ну, как по пику? Может и по пику, может по рукам. Не знаю. Вайперочек. Можно вайперка какого-нибудь. Ну, вайперы, честно, не хочу. Вайпер не хочу. Хускары, вайперы. Аексы, инвокеры. Штормы. Штормы на ексы. О, снайпер же тут есть еще. If you want, I pick for you. Окей. О, шутя. Кого хотите, возьму, пацаны. Если хотите. Томбу. Go easy вообще. Да, у нас Undyne, вот. Томба. Я мид пойду. Сильно героя. На сильном герое. Забаним бару еще. Сларка не хочу видеть в этой игре. Сларка ненавижу. Что можно взять? Можно на пугне сигной тоже сыграть. Сигнатурная пугна, почему нет? Изикат. Далее, так, запись идет, все нормалин. Далее, что нам можно еще взять? Слардары. Ускар, вот, Хускара нужен будет дэмэдж. Много дэмэджа. Вайпера можно, я на вайпере пойду. Снайпера. Куда ты снайпера хочешь? Я бы на снайпере тоже потушил. Тут снайпер мощный за счет Магнуса. Yes. Вайпер. Далее. Бан. Что вайпера душит. Некролайт. Очень сильно душит. Я мид. Иду на вайпе. Вайпи мид на Керина надо сыграть. Плюс однокнопочный герой, не тяжелый мид, по идее, должен быть. Посмотрим, смотри, как отсты, может, даже изи обоссут, потому что... А если Дестра поставит на центральный Дестрейер, Дестройер уничтожает просто. Так, Клока запанили. А ну, типа от этого. Так, бан-бан-бан-бан-бан. Бан-бан-бан-бан-бан. Ну, Мартредку, наверное, конечно, промаха не было. Мартредку, конечно, промаха не было. Пик. What? Want? Play.
Right. Snip. Easy. Line. Pack. And poke hard. Oh. What's up? Норд надо было выбирать. Okay. Спектру. Можно и спектру. Ну, спектру там снайпера. Если снайпа, то не спектру. Никак там. О, спек. Зеус. Зеус. Арт. Спек. Yes. Лайн. И GG. Спектра жестко солить будет. Что-то надо против спектры. Тогда. GG. Сломали все. Нет, снайпера не вариант брать. Вы чё? Не пикай. Снайпера нафиг не надо. Джуг. Джаггером. Хорошо было бы. Трещи. Пак тоже изи. Джаггера гоу. Майон блейд, сентиментус. It's me again. 2-0, когда это будет типа босса на Джиггернаут, 100%. GG. Трала хорошо было бы. Ну, пак тут никак не зайдет. Ну, я возьму ему пака, но типа... Пак тут типа изи никак не встанет. Ну, не знаю, но я уверен, что он будет просто фит конторы. Так, и го Магнуса забаним. Бан Магнуса нафиг. Знаете Магнуса почему? Ну что, у него типа под пик. Очень страшно, но там вы можете еще дел зайти. Дестер, ну я же сказал, что будет Дестер в миду. Дестер в миду, это изи Бальтазара посыт. Дестер. Кого там Трала? Трала просит. Не вариант идти на мид. Это максимальный контрпик. Yes, my lord. Welcome to our world. Your alliance, my lord.
Я не играю Томба. Лол. Что теперь сделать? GG. GG, я так и знал, что будет Дестер. Да, он пойдет на центральную, я играл уже это дерьмо. Перекейсит он меня в ноль вообще. Это GG. Так, на топе. Это GG будет. Хуск на мид не пойдет. Пусть идет мид. Поставлю вард. Мне будет быстрее дойти до курьера и сделать ТП. Потому что мне нет смысла идти против Дестра. Он-то хоть как-то сможет. Да, против Дестра вообще нет смысла идти. Я хоть в трипле буду стоять. Либо соло на соло. Соло на соло с хуска вообще изи будет. А, найс. Трипла, опа, феникс сразу от зон такой. Волна экспу давайте мне, типа, все будет нормалин. Ля, прям четко попал. Молодец. Зонит, типа. О, найс, трипла. Хорошо, ну все зависит от меня на данном месте. Хорошо. Хорошо, что я свапнулся. Ну, вот просто там смысла нету, абсолютно, я вам говорю. Против стоять там. Против, тупо, астралы будут по КД. Я его не вынесу там. Астралы по КД, это GG. Астралы по КД. Что, тавр бить не будет? Ай, печалька. Ай, печалька, это типа как айфон, только ай, печалька. Вот, идем. Сапог возьмем некстом. Хорошо. Перейдем вперед, потому что он будет туда кидать. Logical, perfect. Ах ты, Криса. Хорошо, сапог есть. Хорошо. Они либо стоят в кустах, либо его драться. Наверное, в кустах стоят. Давай, боюсь, тут бычить мне вообще особо как бы, ну это. Не хочется. Обойдем спину. У нас есть сапог. Посмотрим, как раз есть там кто-то или нет. Типа он подумает, я на хил там пойду. Сейчас день, он, в принципе, увидит эту контору. Смотри, газует на базу. Отзонил я его, хорошо, фармим. Линию не запушить бы сейчас, детки. Дедок. Запушит линию, да? Плохо. Хотя бы что-то подниму. Хорошо. Реген. Ребята с боков могут зайти, но я уже буду достаточно прапан, чтобы дать отпор. Так что будет нормалин. Так, вот этого деда в помойку. Вот это. Так,
Ускарп чисто на хиле. О, так он зря подошел так. Джи-джи. Джи-джи. Сейчас... А, у меня не хватит на атаку ЕСа. Так. Фармится хорошо. Сейчас хидресочку, аквилку. Все, найс. Тазар там убивает, но это естественно. Че там пришел, да? Прогуляемся. Найс, найс, если он будет сейчас лосхидить, то что-нибудь активное будет. Нет, актива нету. Он сейчас его заастралит просто, трала. А, себя застрял. Ну, я его заберу сейчас, найс. Хорошо. Я уже проходил с Бальтазаром эту тему, когда Бальтазар играет на Дестройере против Вайпера. Он не дает каэсить из-за астрала. Просто астрал, 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 астрал. Вот так постоянно. И из-за этого идет тотальный руин игры. То есть я ничего не могу просто сделать. Тупо ничего. Так, пойдут они в тэшку. Надо делать вид, что мы дурачки. В тэшку пойдут, я заберу. Я фарм прогуливаю, правда. Это нанизу. Свен внизу. Все, надо идти в тэшку. Ой, в тэшку. Надо идти в атаку сейчас в них. Или варт стоит. У меня хил идет. Я буду драться. Хорошо. Хил вовремя, все вовремя. Отлично. Аквилу в клуб. Аквилу в клуб. Сюда срочно. Расходник. Максимально сейчас надо второй раскачать. Опача. Давайте отойдем, возьмем расходник. Пойдем на мид сходим. Есть Кайла у тебя? Нету Кайла? Ничего. Найс, GG. Хорош. Отлично, работаем по Бальтазарчику. Че, на топе теперь расконтрить желательно? Хускара я контрю пока что. БМ надо делать. Интересно, как там нанизу дела? Я пока что актуален. Очень актуален. Возвращаемся. Онлайн. Надо быстренько пробежать. Ребята меня не начали харасить. Я могу тут, в принципе, крипов держать и фармить свои артефакты. Так, все будет огонь. Не давать ничего хуску. Ни левела, ничего. Потом. Ирсбруйкер. ТПшка есть, нормально. Сейчас БМ просто будем делать. Все, держим крипов. Не будем пушить. Спектра там. Пацаны, там могу тавр пушить. Почему нет? Ребята там бегают.
А мид вышли. Незер токсин сейчас раскачаем, нормален будет. Отлично, имеем. Под Т-шку пойдем, аквилу включаем. На миду двое, там скорее всего есть еще. Хорошо. Далеко не пойдем, просто отзоним. Могло. Хорошо. Не пушу. А я почему не пушу? Пусть стоит. Я больше выфармлю. Хускар, ой, Хускар будет тут фармить. Его расходник. Больше выфармлю, пока не пушим. Фармит в меду. Будем так, на пассивке подпушивать. Ес, пришел. Шестым левелом они попробуют меня убить. 100%. Фармим. Так, брутсворд имеем. Бля, там на меду весело. Спектра комбу скнула. Ситуэйшн. Так, почти есть БМ. БМ будет после пачки этих крипов. Хорошо. Вот сюда. Так, Бродсворд и Роба. Все, отлично, нечего бояться. Let's go, пушить. Теперь пушим, потому что мы нужны нашей команде. Шестой левел у Хуска. Это не беда, есть БМ уже. Все, работаем по товарам. Допушиваем Т-шку. 66 урона с руки. Нормально, замедло есть. Форстафиус. Хорошо. Пойдет. Гугл. Нормально. Что там у зомби? Соул просто, да? А я свою роль отлично выполняю. Что должен был сделать, обоссать Хускара, это я сделал. Дальше зависит от командной игры. Красивый, все сейчас качаем и идем душить спеку. Манта, БКБ, Next TV артефакты наши. Манта, чтобы диспелиться, сбрасывать таргет. И плюс дополнительные хитпоинты. Т-шка наша. Отходим, потому что ЕС может просто тут фиссурить. Хорошо. Мид у нас тоже там сносят. Вот Т2. Он тоже Т2 пошел. Ну, форстав, кстати, годное решение. Лол, не работает первый спел тут на каталашке. Зашквар. Играйте 85-ю, ребят.
говорится. Мне кажется, если толпой на нас придут, хрен убьют. Вайпер, я сейчас очень сильный. БМ, почти Яша есть. Сейчас Тэшку заберем еще. Тэшку до конца колотить будем. Уже 150 урона. Хорошо. Ну, он уйдет, по идее. Хорошо. ВП. Хорошо. Ой, я у него руну забрал. А, он фуловый все равно. Найс. GG. Поехали в центральную. Пятером. Пятером давим. Теперь. Дайв. Файв. Я проходил с Бальтазаром эту тему. Есть видео 2-2 с Бальтой, когда играли. Когда играли 2-2 с Бальтазаром. Когда он пошел на миду, на мид Дестром. Я думал, я потяну Дестройера, но все-таки Астрал Гейминг — это очень тяжело. Астрал Гейминг — это очень тяжело. Астралец сразу, я понял. Ну, тактика нормальная, кстати. Я сейчас в инстастану иду. Окей, гоу. Я, по идее, не умираю. О, жесть. Астралом. Нифига. Так, подождите, он здесь. Что? Это как вообще? Бальтазар здесь ультанул? Я что? Я что, давно 83-й карт, что ли, не играл? Ну-ка, знатоки, напишите, как это было. Вообще не понял. Джаги не было? Как он меня убил? Типа, я вообще не вкурил. Лол. Очень странная тема. Он вроде тут Бальтазар был, нифига. Или такой стрейф был. Лютый. Хил бы там, кстати, не заработал на меня. Держите в курсе, если там есть кто что-то писал бы. Гоу. Гоу, он без хп, Бальтазар. Там ЕС еще в спине. Том поставили. О, да вообще наша драка должна быть. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Трал, братец, нажимай. Нажимай. Ах ты, Криса. О, застрял. Интересли. На этого стилить надо. Да лол. Жесть. Пушьте форстаферы. Гоу, быстро. Феникс напрягает, кстати. От Феникса можно сейчас сразу, кстати, сделать БКБ. Будет профит. Там Феникс раскидывать будет. А в меня кнопки будет жать, да? А нафиг ты нужен? Кнопки жать он будет. Но Трал только единственное подохнет, да? GG, он просто прыгает, меня кнопку дает, понимает. Алло! Я должен был что, с тобой вместе сдохнуть там, чудик? Бей Феникса, даун! А, все, обидка. Куру забрал. Саппортить дауном не буду. Какие же. А, боже, бестолочь. Жалко. У меня сейчас совместный плей пойдет. Будет тяжелее. Пока Феникса яйца нету, надо подраться, кстати. Пеку бы нагнуть. Энкуру нету.
Я не могу это не написать, сори, ребят. Тупо бестолочь. Бежит от Феникса. Да мне что, сдохнуть, что ли? Как и что тупой. Жесткий чел, короче, попался какой-то. Там мне БМ не поможет. Сейчас манта уже будет. Гоу. Феникса нет яйца. БКБ. Ой, лёль. Сейчас мне тут чапалаху дадут. Сейчас мне тут чапалаху дадут. Бальтазар БКБ купил. Это GG. Ну, улетай, называется ситуация. Лол. БКБ тупо. Куда БКБ у него? Просто откуда там БКБ? Hey, it's me again. Фидер. Просто тупо фидер. Это GG, ребят, скорее всего, в этой катке будет. Найс. А ультани поставься. Уходи. Что ты дерешься с ним? Упышка. Да, он меня сейчас тут жестко будет душить. На дестре под БКБхой. Под тимфайтом. Это жестко. Даже Джаггер не сможет тут подтянуть эту тему. Фармим пока в лейте, мы будем сильнее. Гоу, крипов колотить. Пока колотим. А манту. А мы слабее сейчас становимся. Я думал, у Феникса КД ультимайт. Уже есть у него. Очень плохо. Как проиграть? Надо девочка, чтобы обиделась. Со спектрой потом проблемы будут, когда у нее радик будет. Вот мы сейчас начнем проигрывать как раз таки тупо из-за этого чела на трале. Потому что он начнет игнорить катку тупо. Это очень плохо. Пака догон. Пака, блин. 9-й левел, но ты там вайпер. Дестройерович. Это GG. И на эту катку надо выиграть. В любом случае. А не пойдет так. Такая доминация была жесткая. Типа, откуда он БКБ взял? Тупо взял, откуда-то достал со штанов. Тупо достал, наверное. Оу. Ясно. Нам надо вместе Джага с Кади собирать сразу. Брат, уходи на паке, ты что делаешь? Умрешь же. То есть я прилетел полухпы. Манта есть. Можно на себя будет очко принять, все. Го-го-го, он спектра там без ульты. Ай, душит. GG, я умер, да? Ну, должны забрать, ребята. Нет, Джага, не умри. Лол. Просто дестройер уничтожает. Хорош, забрали, отлично, хороший размен, продолжается драка, забирается у нас еще Феникс, продолжается драка под Томбой, глимпсует у нас, отлично, ЕСа, но это без спектры, без спектры. И мне нельзя так танчить. Are you
Я тупо захожу и дохну. Но я, в принципе, как инициатор, как танк должен умирать, но при этом приносить что-то. Но у них спектра, видите, у нас Джаггер тоже сдох. Саппорты фарманули, а мы нет. Саппорты фарманули, а мы нет. В этом проблема. Мне нельзя так танчить, мне БКБ надо. Next БКБ срочно. Я не думал, что я так сливаться буду. Но типа... Дестройер меня тупо пьёр дамагой. Тупо пьёр дамагой душит. Это понятно, что выиграешь, братан. Скади есть. Да, скади тут, скади как бы, скади с кадикой. Скади. Актив надо делать. ПМ я там нажал, там БКБ, толку ему пофиг. Манта, уже поздно. Под Фениксом, когда стоишь, там уже Феникса некогда бить. А мы сейчас еще так подрались без этого. Подрались без спектры, спектра не было в драке. Она сейчас выфармит, все, она нас снесет нахрен. У них надежда на спектру. У нас надежда на Джаггер. Джаггер славится тем, что он быстро выфармливает. Но видите, как у нас получается, что мы не можем. Нас душит один дестройер, которого БКБ фирст айтемом. С другой стороны, она у него осядет и будет намного легче в лейт-гейме. Пока что на ранних файтах очень тяжело. Надо БКБ сделать, у меня хп совсем нет. Драка будет, да, сейчас? Пай. У него еще Ю. Жесть. А сейчас файт будет не в нашу сторону. Я очень далеко. Я бегу, тупо. Тестер там. Тестер лоу-хповый. Хорош, я плюнул, попал. А, ее хрен догонишь, она под этим. Под МСом. Под Маднусом, под Яшей. Есть Глимс? Опа. Замедлил. Ух, нифига мне шандарахнул. Хорош. Нормально. Пол БКБ. Хорошая драка. Они без слотов были уже там. Сейчас запушим. Спектра просто убежала. Понимает все. Под вторым сейчас Рошана. Иди заберем. Веек. Отлично. Невидимость. Спека может только ультой задрочить. Тайгер, блин, купить для Дестра. Хорошо. Бери, братец. Пойдет, 3к имеем, почти есть БКБ. Так, Мифрил, Блэк, 700 БКБ. Хорошо. Сколько у Джаги там золотишка? Полторашка. С БКБ-ха я смогу уже хотя бы... С Дестром пичковаться. Естественно, я его передамажу. Опа, спеку поймали. Продолжается у нас жесткая прессинговка спектры. Ля, уничтожили. 500 БКВ. 400 даже. Вот это все, что на меду, я все заберу. Еще 200 будет.
Есть БКБ. Есть БКБ, летит. Хорошо. Ой-ой-ой, начинает там душить. Иду. Каминг, I'm fucking coming. Ой, хорош, зацепил. Эй, Феникса сбрили. Ай, молодцы. Хорош. На джаге мужчина. На джаге мужчина. Феникс ультануть не успел. О, есть БКБ. На четверку ставим. Если интересно, есть кнопки. Если там у ЕСа есть даггер, то будет очень больно под наш врыв. А что такой глиф долгий? Видели сколько? Хорошо. Мне надо вперед идти. ЕСа не вижу. Есть даггер. Вижу. Сливаю ЕСа. Вайпера. Давай. Хорошо. Я очень далеко, да? Вайпера. Давай. Джага, души. Давай, души. Бей. Ай, не заберет, прикиньте. Вот эта проблема, что у них в керри сейчас. Хорошая драка. Хорошая драка была бы, если бы сейчас убили всех, и Джага остался жив. Но я душил Дестра. Я троих задушил, получается, я троих отзонил. Там вдвоем, там спектра просто душил. Это очень плохо сейчас. Они могут на этом керри на еще одном выехать. То есть у них получается раз, два, три. Три керри жестких, у нас два. И все. Пак ничего не будет делать в игре. В этом проблема. Статика хорошая была. Хускар будет проблемой. Уф. Плотно, ребят. Но тем не менее, играем на вайпере. На вайпере нормалин. Сейчас мы знаете, что будем делать? Скорее всего, есть у нас есть БКБ. Next надо что-то серьезное. На отхил можно что-нибудь сделать. Даже чтобы без первого сатаник какой-нибудь. Скорость атаки кирасу и сатаник можно сделать. Пох, даже без первого будем играть, но... О, хидреска свое изжила, ребят. Поехали. Джаги, даггер надо. А даггер есть, все. Джи. Он зацепит его, интересно. Я подцеплю, помогу. Давай, брат, работаем. Сбиваем, по идее. Отлично. Отлично. Тупо хорошо. ЕСа там КД. Феникса КД. Должны заходить. Манту сразу нажму, забегу. Дестра очень много уже. Там хекс будет, будет очень тяжело. Бью просто автоатакой. Где настоящая спека? Ушла. Он ее заюлил. Хорош. Джаги только ворваться. Нет, я не пойду, я буду пушить. О, Феникс пришел. Ой-ой, там еще. Пуск. Пуш и низ тоже. Хорошо. Задушим. Отлично. Хорошо. Еще 20 секунд ломаем. Я, скорее всего, что-то сейчас мощное кирасу типа куплю. По кирасу. Хорош.
Феникс Далуль, да, иди бы, понимаю. Можем сейчас стоп зайти. Гоу Кирасу. Пои. Лимса будет какая-нибудь? Б. Не надо туда идти. Ай, я на базе плейт мейл, я забыл. Понят. Хорошо. Уходим нафиг отсюда. Уходим нафиг. Успеваю? Не собьют? Не собьют. Отлично. Есть Кираса. 30 армора. Хорошо. Ребят, ну потненько, потненько. Джаггер молодец. Очень хорошо все делает. И совместно просто поддушиваем нормально. Надо Рошана, брат. Оу. Кираса и что-то в хп. Тараску. Тогда Тараской добьем это все дело. Нормально, видос пишется. Пойдет. Чтобы вам скучно не было, потные катки посмотреть. Этих пацанов сейчас подстакнем. Я сейчас просто без первого... Я взял Кирасу для того, чтобы без первого и на фаст-пуш работать. Без первого драться, чтобы нормально. То есть под БКБ, когда я начинаю тычковаться с Дестером, тогда он дэмэдж там чувствует, начинает по-страшному. Плюс сейчас армора не будет. И пушиться легче будет. Вардов, по-моему, там нету. Хорошо, хорошая рука. Yes, я не успею забрать. Бери. Поехали. Там, по-моему, еще и сыр будет. Это второй Рошан или первый? По-моему, второй. Нет, да, это второй. Ну, первый был, в смысле, второй или третий. Хорошо. Или готоп. 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 С Джаггером комфортно играть. Он соображает, что нужно делать в таких играх. Видно, что парень умеет. Понимает. Хорошо. У Джаги есть Аега. Молодец. Главное, я свою роль тоже выполняю. Раздамаживаю, подтанчиваю. ПКБшка есть. Пока самая тяжелая роль в этой игре была. За лаги. Они сейчас могут такой врыв сделать, пока мы тут. Я пока. Если что, байб, ну тревела нету, байбек там можно. Дестер Шива. Хорошо, что Кирасу сделал. Отлично, даже я бы сказал бы. Гоу, это байт. Сейчас зацепим нормально. Кушайте. Эй. Ой, как хорошо. Еще на фейзах сейчас догоню. GG. Трипл килл. Дайте ультру. Ага. Хорошо. GG. Я еще в такой позиции встал качественной. GG. Что мне нравится у Бальтазара, напишешь GG, он всегда ответит. GG. Ну, перетерпели мы, друзья. Ну что ж, на этом все, катки с Бальтазаром у нас оканчиваются. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, на канал Бальтазара. Поддержите лайком и, конечно же, добрым комментарием, друзья. Такие у нас сегодня вышли катки, потненькие. Но надеюсь на вашу отзывчивость. И обязательно пишите комментарий, какая игра вам понравилась больше, друзья. Ну и в принципе все. Давайте. Всем удачи, друзья. Всем спасибо. Давай, давай, хоп. Давай, давай, хоп. Давай, давай.
Двигай телом, отдыхай еще раз. THX for Game Bro, 300 for you. Thank you, bro. Thank you, XN, man. Thank you for being with us tonight. Thank you for playing, man. GG. Well played, bro. Спасибо за 300 рублей.